Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Разрешите также личному старику из Праги сказать по теме конференции несколько слов. Я Владислав Жак и являюсь амбассадором Института научных коммуникаций в городе Прага. Что касается главной компетенции будущего, я уверен, что это будет упрощение. Что касается профессии, это будет упроститель или специалист по упрощению. И что касается слова, которое связывается с будущим, у меня это опять упрощение или простота. С этого всего выходит то, что самой главной профессией будущего будет учитель. Всего доброго!